Итак, Александр Волконовский, Брайан Ортега, главный бой сегодняшнего вечера. Чемпионский бой. Брайан Ортега будет октагон, 30-летний боец. Имеет в массиве 15 побед, 5 поражений, а также 11 бой без резинства. Это был бой против Майка Делла Торра. Он был очень. Прорыв года за 2017 год у Брайана Ортега. Последний крайний свой бой, 2020 года он провел и победил. Он Кристо Зомби, часть Том Джона, и на главном решении. И его оппонент чемпион. Well, how about the pop as the reigning, defending, undisputed UFC featherweight champion works his way to the octagon here tonight. Yet another title defense is what's in front of him. He is healthy. He is ready to prove that all the featherweights below him are just that. Below him for a reason. He believes he is the champion for a reason. He believes he should be mentioned with the all-time greats. That is what is at stake for him here tonight. Another title defense, another chance to prove that he is one of the greatest 145-pound fighters this octagon has ever hosted. Последний крайний свой бой он провел против Макса Холлоуэя 11 июля 2020 года, где выиграл вообще с Максом Холлоуэем у него было два боя, и оба он выиграл раздельным решением. Нет, один бой он, свой крайний, победил раздельным решением, а предыдущий свой бой, самый первый против Макса Холлоуэя, он одержал единогласно. Итак, Брюс Баффер будет определять сейчас бойцов. When the action begins, our referee in charge of the octagon, Herb Dean. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out T-Mobile Arena in Las Vegas. For the undisputed UFC featherweight championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 15 wins, 1 loss, and 1 no contest. He stands 5 feet 8 inches tall, weighing in at 145 pounds, fighting out of Los Angeles, California, presenting the challenger, Brian T. City Ortega! And now introducing the champion, fighting out of the red corner! This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 22 wins, 1 loss. He stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 145 pounds. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC featherweight champion of the world, Alexander the Great Volkanovski. Итак, Брайан Ортега против Александра Волконовски. Главный бой вечера. Херб Дин подзывает к себе двух бойцов, чтобы объяснять правила, которые они и так знают прекрасно. Ну что, бойцы готовы? И пойдем начинаем. They're the best of the best that we can put inside the octagon. They are so well-rounded, they have every skill. And that is going to be on display tonight. It's a key match. Oh, bleeding from his cheek now. Damage done. Big punch land over the top. Volkanovski.
попытка хай-кика. И вот она попытка, которая уменьшалась с успехом. Отлично, еще вставил апперкот. Брайан Ортега и левый оверхенд в исполнении Ортеги. И вот уже рубка идет, самая настоящая в октагоне. С обоюдными ударами. И уже Брайан Ортега действует первым номером. Правда, половина ударов. Ой-ой-ой, что творит Александр Волконовский? Вот этот апперкот, который Ортега надолго запомнит. Тут же переходит в бой партер, и Александр Волконовский начинает обрабатывать претендента. А тем временем Брайан Ортега пытается сделать болевой. Две с половиной минуты остается до конца первого раунда. Но, похоже, Александр Волконовский пришел в себя и освободился. Да, закрыт гард. Встают бойцы, и уже кровь появляется на лице Брайана Ортеги. И Александр Волконовский начинает действовать первым номером. Почувствует эту самую кровь. Хороший сейчас ставил middle kick с правой ноги Брайан Ортега. Лоу-кик от Волконовски. Еще один лоу-кик. Целая серия ударов от Александра. Великолепная. И попытка сейчас было повалить. Ух ты! Акула теперь уже повалил. Как это Александр Волконовски. Вот это лук, как он вставляет. И валит Брайана Ортегу. Все завершается в первом раунде. Вот это нокаут. Вот такого нокаута, я думаю, никто не ожидал уже в первом раунде. Прижал к сетке, и вот такой вот локоть ставил Александр Волконовский своему оппоненту. И уже бывшему претенденту. Раз локоть, два локоть, и все, Брайан Ортега потерял сознание и упал в нокаут. Отправился в нокаут. Ну и официальное решение этого боя. Победу в симуляции одержит Александр Волконовский и оставляет титул чемпиона величайшей весовой категории за собой. Полулегкой весовой категории. В первом раунде на 3 минуте 42 секунды Александр Волконовский отправил нокаут Брайана Ортегу своим локтем. Ну что ж, на такой ноте завершаем наш сегодняшний карт UFC 266. До новых встреч! Увидимся на просмотре боев.